Уникальную природную зону благоустроит. Речь об экологическом парке «Черное озеро», расположенном в городской черте Ульяновска. Здесь убирают аварийные и сухостойные деревья, а также сорные растения, влияющие на состояние природной территории. Площадь природного заповедника более 120 гектаров. На ней проживают более 100 видов птиц и множество других представителей животного мира. Это не территория, а памятник природы. Это как раз территория, которая находится на границе. Это уже городские земли, да, но именно оттуда наступает американский клен на саму территорию экологического парка «Черное озеро». Поэтому на границе мы его должны максимально выпилить, прорядить и в том числе убрать сухие аварийные деревья по самому берегу «Черное озеро». В нынешнем году работы по приведению территории парка в порядок продлятся до тех пор, пока позволяют погодные условия. В будущем году работы продолжатся. Планируется установить на прилегающей территории скамейки, мусорные контейнеры, а также предупреждающие знаки о запрете выбрасывать мусор на территории памятника природы.